Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. И сегодня у нас тема семена хризантемы, собственные, да, собраны со своих цветущих кустов. И их посадка. Что мы делаем? Вот я показывала вперед, как мы собираем их на кусту. Теперь я аккуратненько их потрошу, чтобы меньше пыльцы было. Я их вот так вот в пакетике делаю. Дело такое довольно-таки хитрое. В плане того, что убрать лишнюю мишуру и получить семена. Семена у хризантемы очень мелкие. Конечно, не такие, как у стомы. Но все равно очень мелкие. Вот так вот удлиняем. Все равно мелкие, совсем мелкие уже на низ упали пакетика. Вот, посмотрите, даже некоторые вот видно. Не знаю, попробую сейчас вот так вот показать. Надеюсь, что вы увидите. Я их еще просеивать буду через сито. Это, видите, у меня подписано куст, кустовая. А это у меня мультифлора. У нее еще меньше семена. Я ее уже пыталась просеять. Сейчас покажу. Вот размяла, прям размяла, размяла. Внизу тоже видно, вот. Вот видно. Все меленькие-меленькие. Потом вот так вот сито. Вытряхнем все. И просеваем. Смотрите, какие мелкие. Сейчас я потихонечку подниму поближе, чтобы показать. Видно, семена есть. Я видела, показывают продувать феном, на ветру дуть. Это немножко сложновато. Мне кажется, все, что могло, мелкие семена, то они прошли по-любому через такое сито. Вот это все уже просто шелуха. Посмотрим, что это из этого получится, потому что цвели все вместе, брала с разных мест, с большим количеством разных цветов, да. Все-таки селекция штука непредсказуемая. Выбраковка по-любому потом будет еще среди даже тех, что зацветут. Вот так вот у нас получилось. По сути дела, вот эту вот даже макушку можно снять. Это явно не семена. Семена они вот ниже. Начнет меленький-меленький. Но в то же время, видите, я вместе с этим и семена как бы, да, получается, перекидываю. Но мне держу много не надо. Я делаю это ради интереса. Посмотреть, что из этого получится. Поэтому я забираю только вот это. Тут я выкидываю. Можно еще попробовать это продуть феном. Но мне кажется, это уже настолько легкое, что улетят. Все, пока я это все снимаю в мешочек. Вот, наверное, семян здесь всего лишь, может быть, вот столечко. Остальное это все шелуха.
Так, листики хорошо обтрапим, чтобы ничего лишнего у нас там не было. Сейчас будем сеять кустовую. У нее семена покрупнее.